Так, сейчас я хочу посадить сухими семенами снова баклажаны, а то эти замученные мне не сходят. Вот приготовила коробочку, туда я их дырочки вон проделала, видно вам? Вот. Так, вот на этом кокосовом брикете. Сейчас я его замочу и потом вам покажу, что у меня получилось. Пока я ходила за водой, Мурка пришла тут. Так, вот я еще принесла воды. Уйди, Мура. Наверное, мало еще надо. Мурка, уйди. Без Мурки никуда. Везде лезет, где надо и не надо. Так, я, значит, продолжаю. Тут я развела кокосовый брикетик. Спрятала от Мурки. Так вот вам видно. Вот тут у меня вот тут еще много-много-много. Что-то резкость плохая. Вот отсюда я взяла. Так, надо закрыть обратно. Вот. Так, я вам покажу. Так. Вот, наполнила вот такую штучку. Разделила на 4 штуки. И решила я, значит, вот так вот. Белый перец. Ой, перец, баклажанчик посажу. Темный. Острый перец. Вот такой и перец сладкий, вот такой. Так, значит, я тут уже пометила, это вот один, два, три и четыре. И здесь у меня все помечено. Вот вам видно? Вот один, два, три, четыре. И уже раскидала семена, чтобы мне было видно. Потом сейчас засыплю сверху субстратом и побрызгаю водичкой еще чуть-чуть и закрою. Поставлю в тепленькое место. Это я сегодня видео смотрела. Вот решила по-новому сделать. Так, и там сказали, что через 4 дня мы посмотрим, что у нас выйдет. Я вам покажу. Ну вот, пока на этом все. Так, вот я засыпала все семена. Сейчас побрызгаю. Так, прикроем все. О, Мурочка, ты опять пришла? Опять пришла. И вот в эту книжечку, которую я вам показывала, запишу. Вот, через 4 дня посмотрим, что у нас получилось. Пошла, 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 пошла.